Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас у нас распаковка подарка, даже это не заказ, это целый подарок, потому что в этом месяце я получила несколько сертификатов по быстрому старту от компании. У меня получился сертификат на 15 тысяч, на 10, на 5 и на 2,5 и еще на 3. Я даже еще не все использовала, я уже 2 сертификата обналичила, заказала, но еще не все. Итак, давайте посмотрим, что я набрала. Вот целая коробка. Ну, здесь кое-что уже у меня лежит на столе. Начну с этого. Раз, два. Итак, я заказала батончики от компании. Вот эти, фундук и карамель. Я их уже пробовала. Батончики шикарные. Стоимость батончика 80 рублей. Здесь всего 25 грамм. Маленький, но такой сытный и безумно вкусный. Заказала 7 батончиков. Далее, 2 батончика лесные ягоды. Вот мне кажется, я их первыми попробовала, но я их не распробовала. Могу сказать сразу, что их надо все-таки как-то покушать. 1, 2, 3. А я быстро откусила, пожевала, и мне показалось, что ну как-то непонятно. Хочу распробовать, чтобы уже было точное впечатление. И 2 батончика. Протеин, апельсиновый сок, натуральный витамин D, банана. Для чего я так много их заказала? Сейчас начинаю проводить живые встречи в офисе с чаем. Чаи здесь очень вкусные в компании. То есть с чаем, с посиделками, с объяснением, с дегустацией. Поэтому батончики, вот такое огромное количество, чуть-чуть их вперед выдвину, чтобы всех угощать и чтобы нам на всех хватило. Кстати, мы один раз такой батончик разделили на 4, вот так вот я разрезала на дольки, все съели по кусочку и сказали, я наелась, мне к чаю, мне больше не надо, достаточно. Я заказала несколько пачек мармеладок. Мармеладки Siberian Wellness, просто бомба. Вот, ну нереально вкусные. Сейчас скажу, наш фаворит это Siberian Wellness Corens, это с прополисом. Он полезен для зубов и для полости рта. У нас этот мармелад уходит пачка за пачкой. Я уже говорю, Лера, давай тормози немножко, хватит их так лопать, так усилить. Но они правда очень-очень прикольные. Я не могу сказать, что это вкусно, его не для чая, этот мармелад скорее просто после еды, наоборот, чтобы полость рта была очищенная, была такая приятная, комфортная, и чтобы не развивались бактерии. То есть это для десен, для зубов полезно. И вот тут у нас 4 вкусненьких мармеладочки, даже не все еще пробовала. Вот апельсин я не пробовала, он для энергии, без сахара сразу написано. Да, для активной жизни, так, для энергии. Второй бьюти мармелад, облепиха, пряная корица для красоты. Здесь коллаген. 4 мармеладки в день можно съедать. То есть на каждой пачке написано, сколько можно какой есть. А некоторые написано не более одной пачки в сутки. Так, здесь у нас черника. Это для зрения. И малина и шиповник. Вот, кстати, чернику я не пробовала, апельсин тоже не пробовала, будут первые впечатления. Но мы, знаете, как решили с дочкой, она говорит, мам, давай дегустацию записывать, будем вместе пробовать и рассказывать свое мнение. Вот еще, что получила, еще даже не пробовала, открыла, посмотрела и закрыла. Кстати, у меня уже становится больше декоративной косметики в моем в арсенале от Siberian Wellness. Здесь, в принципе, немного косметики, но она классная. У меня вот тени как раз на веках, даже без стрелочек, только тени и реснички. Тени жидкие, я их тоже, кстати, не показывала. И все думаю, ну, нужно как-то записать макияж, наверное, показать, как этими тенями пользоваться. Но мне все время некогда. И я давно присматривалась к этой помаде. У меня как раз так получилось, что сейчас нет ни одной нюдовой помады, вообще без запаха. Вот чтобы она была просто такая нежная, нюдовая, приятная. Я люблю такие оттенки, хотя мне очень идут яркие цвета, но все-таки я люблю более такие вот нежные. И, кстати, у меня сейчас на губах блеск, это тоже от Siberian Wellness, блеск моя любовь. Я приехала в Москву, думаю, дай-ка я его посмотрю, намазала на руку,
И я уже не смогла без него уехать. Я когда посмотрела, как он весь переливается, какой он классный, я его заказала и пользуюсь, ну, практически каждый день, потому что когда мне что-то нравится, я этим начинаю пользоваться. Итак, помада. Ну, во-первых, да, упаковку посмотрим. Упаковка такая лаконичная, ничего лишнего. Матовый футляр слоновой кости, на нем написано Enigma. Очень хвалят помады, у них натуральный состав, помада очень дорогая, она прям очень как она цвет отдает, просто вот дотронулась, именно такой цвет, как я люблю, классный, такой вот прям элегантный для деловой бизнес-леди, очень-очень подходит. Называется оттенок пыльная роза, вот если будете смотреть, но я обязательно запишу отдельно обзор. Кстати, маленькие такие вот кругляшки я буду записывать именно с продуктом, то что демонстрацию выкладывать в мой телеграм-канал, поэтому заходите в телеграм-канал, ссылка в описании под этим роликом, и там вы можете мне и вопросы задавать, и я быстро отвечаю, я что-то показываю, транслирую, демонстрирую. Заходите, будьте как дома, там в принципе я стараюсь почаще заходить и давать какой-то интересный контент. Поехали дальше. Ой, ну помада просто супер, уже прям хочется губы быстрее накрасить. Так, здесь у меня лютеин и зеаксантин, супер концентрат. Ребят, для чего я это взяла? Я в принципе планирую сама это пропить, но сейчас расскажу такую историю. Я заказала родителям вот такие боксы огромные, здесь натуральные витамины. Серия Nutrition Neuro Vision. Neuro Vision, то есть вы уже по названию понимаете, что это, да, для нервной системы, для зрения, для слуха, для всего, то есть восстанавливающий комплекс. Я когда посмотрела отзывы вот именно на этот комплекс, коробка стоит 5200 на минуточку, да, такие цены как бы, ну, не дешевые, я бы сказала, на 20 дней упаковка. Я когда посмотрела отзывы, что люди там после серьезных таких вот, после инсульта восстанавливаются, после серьезных заболеваний, я сразу решила, что мои родители должны пропить. Рекомендуется по две пачки сразу, как запустить организм, да, чтобы пошел восстановительный процесс. Они у меня сейчас пьют. Я им по пачке подарила на 23 папе, на 8 марта маме. И тут я нахожу отзыв, где написано, что женщине 74 года врачи отказались оперировать, а у нее пошло ухудшение зрения, катаракта, то есть зрение садится, падает, и дочка ей начала давать по системе, которую назначили врачи. То есть пропили Neuro Vision, потом дальше идут в следующий месяц еще какие-то продукты, еще получается вот этот продукт идет следующим после Neuro Vision, потом там, по-моему, IQ Box для... Могу не помнить, но если вам это нужно, я вам напишу. И у пожилой женщины 74 года, прям как мой папа, у нее восстановилось зрение. Врачи были в шоке, когда она пришла на очередное обследование. Они не поверили, что могут быть такие результаты. Я папе прям написала этот отзыв, я его скопировала, папе отправила. Говорю, пап, попробуем. Он такой, ой, я даже не знаю, так много всего пить. Я говорю, пап, ну Neuro Vision ты уже пьешь, это первый этап. Потом говорю, вот это, потом вот это. Я говорю, тут немного, то есть по два, по три препарата в месяц будешь пропивать. Посмотрим. Он такой, давай. И вот я ему заказала уже второй этап. Поэтому папка у меня будет пить, да, Neuro Vision. И маме вторую коробочку. То есть, ну, в принципе, я думаю, вы не удивляетесь. Я уверена, что любой из вас бы для своих родителей, для близких тоже постарался бы сделать все, что угодно, лишь бы они были здоровыми и жили как можно дольше. Я, например, такой стресс пережила вот последние два года. Сначала папа заболел очень сильно, потом мама, операции, да, гормонотерапия, папа ломал ноги. То есть это был постоянный стресс. Я не вылазила из больницы, я с ними за ручку, потому что папа у меня плохо видит, плохо слышит, да, еще и с ногами. И я такого насмотрелась, ребят. И тут я вот четко просто понимаю, что о своем здоровье нужно заботиться. Никогда уже приспичило, да, и идти, да, там куда-то к серьезным врачам, а делать профилактику, делать периодически чистки организма, да, давать организму все, что необходимо, сдавать анализы, смотреть, какие изменения, что, на что нужно сделать акцент. И вот мне сейчас очень нравится то, что я нахожусь в такой среде,
где люди именно оздоравливаются, именно да, дают рекомендации врачи, специалисты, нутрициологи, что нужно делать, как нужно делать. И мне это очень нравится, поэтому я с таким удовольствием делюсь с вами, тем более что мы уже пробуем и есть классные результаты. Тоже маме заказала пульсбокс, у нее сейчас перерыв, как бы она пропьет нейровижн, потом опять пульсбокс. С него у нее классный результат, то есть ей стало не то что лучше, а просто классно. Во-первых, она говорит, у меня не скачет давление, когда верхняя планка до 230-240, это мне кажется страшно, то есть просто пластом, мне кажется, нужно лечь и лежать. У нее не прыгает давление, она себя хорошо чувствует, у нее энергия появилась. И она просто, у меня мама, она очень не любит разные пилюли. Когда я ей раньше давала Wellness Pack от Oriflame, она его не пила. То есть она, я говорю, ну омегу обязательно пей. А вот эту большую витаминку она просто даже проглотить не могла, там ломала, делила как-то, говорит, ой, мне так плохо прям вообще. А эти она пьет, хотя здесь, знаете, тоже капсулы, сейчас я открою вам, покажу. То есть здесь пакетики, вот таких три капсулки, видите, да, то есть одна с травами со всякими, омега и еще какая-то черненькая капсулка, даже не знаю, что в ней внутри, то есть на месяц. Вот такой бокс, он, кстати, недорогой, он стоит 1260 по цене сайта, если вы оформляете себе карту клиента, то у вас будет кэшбэк возвращаться, если вы как бизнес-партнер приходите, то со 100 баллов, а это всего 4000, возвращается 25%, то есть меньше 1000 рублей выйдет вот такой бокс крутой, который действительно работает и решает такую серьезную проблему, которую надо решать. Как скачки давления, это не есть хорошо, потому что может в какой-то момент произойти что-то не очень хорошее. Так, поехали дальше. Я заказала несколько, как видите, да, заказ в основном, а где-то еще одна баночка, вот она, в основном заказ для своих и для близких, для всех. Так, показываю. Это хронологи, очень такие интересные продукты, о которых я много читаю, что они эффективные, очень дают такой, знаете, заметный быстрый результат. Хронолонг, можете тоже на сайт зайти почитать. Второй тут у меня, третий и четвертый. Второй хронолонг — это защита клеток мозга. Это я себе, потому что у меня после ковида, знаете, на сосуды как-то все повлияло, и память стала хуже, я стала быстрее уставать. И я прочитала, насколько он полезен, какой он классный. Его нужно пить одну утром капсулку, одну вечером. И они здесь, смотрите, они разные, разного цвета. Одна светленькая, другая темненькая. То есть утром, по-моему, светленькую, а на ночь темненькую. Слушай, так вкусно пахнут. Очень вкусно. Вот магний, он ужасно пахнет. Просто у меня Миша прям магний не может выносить. Этот очень вкусно пахнет. То есть это для мозга, а в третий для сердца, это я папке, потому что у него да, жалобы на сердечко, и для печени это Миша, потому что у Миши да, на УЗИ там выявил, что печень нужно поддерживать, как врачи сказали, что ну надо наблюдать, нужно смотреть, тем более что он почетный донор России, ему очень важно, чтобы печень да, работала справно всегда. Ну вот для поддержки печени вот такой вот нужен продукт. Дальше. Что-то здесь вкусненькое. Две коробки одинаковые взяла. Кокосовое печенье — это коктейли. Кстати, у меня дочка, когда увидела, она получала посылку, увидела такая: печенье! Ура! У нас дома будет вкусное печенье. Я такая: это коктейль. Как коктейль? Я говорю: ну как, вот так вот. Так, сейчас мы откроем, посмотрим, что внутри. Коктейль называется You Go. Что нужно? Взять 300 мл обезжиренного молока, либо молоко смешать с водичкой и употреблять сразу после смешивания. А здесь все очень просто, потому что здесь идет не россыпью, а порция. Да? То есть здесь вот, вот такие вот порции в каждой коробке. Почему взяла именно этот вкус? Его потому что хвалят. Слушайте, он такой большой, здесь как раз порция 25 грамм. 25 грамм. Я попробую, тогда на отдельном видео запишем такую дегустацию. То есть здесь 7 пакетиков по 25 грамм.
по-моему, стоит 1000 рублей вот эта коробка. Посчитайте, сколько здесь, сколько получится. 7 по 25. Ну, можно посчитать, да, насколько это, сколько одна порция, еще с кэшбэком получится гораздо выгоднее. И это тоже еще не все. Наконец-то появился коллаген. Это пептиды морского коллагена. Тоже, да, биологически активная добавка к пище. Вы понимаете, да, коллаген, он нужен для всего нашего организма. Для костей, для суставов, для кожи. То есть здесь все биодоступная форма, еще антиоксидантное действие. Что нужно будет делать? 2 мерные ложечки. Тут, значит, внутри может быть ложечка есть. Нет, не прощупываю. Вот, ну, значит, нужно будет посмотреть. То есть 5 грамм порошка размешать в 150 миллилитров воды, сока и любимого напитка. И один раз в день во время еды выпивать. 3 месяца пропивать курс 2-3 раза в год. То есть пропили сейчас весной, как раз вот прям в тему, да, будем пить. Кстати, я почему думаю, что я 2 упаковки заказала, а у меня только 1. Ну ладно, потом еще закажу. Просто он только появился, и на него такой ажиотаж, на складе его практически не застать. Я не знаю, чудом каким-то я его ухватила. Так, что здесь еще? Ну, естественно, магний. Магний, магния много заказываю. Почему магния заказываю много? Посмотрела видео, запись, врач выступает, и она рассказала о важности микроэлемента магний для нашего организма. И то, что, например, мы можем пить какие-то нужные другие микроэлементы, витамины, но если магния недостаточно в организме, а так как говорится, что у нас у всех его практически, да, огромная нехватка, то и другие микроэлементы не усваиваются так, как должны бы. То есть пьем бесполезно. Но я на себе уже ощутила силу магния. Это такая вещь классная. Вот что я почувствовала, когда я начала пить магний. Первое, сразу я стала спокойнее, я стала легче засыпать. А так как у меня прям период был, я на стрессе, на огромном просто, я практически не спала, я стала высыпаться, просыпаясь утром бодренькая, счастливая, классно. То есть он успокаивает, расслабляет, то есть он работает не как снотворное, нет, но он работает как расслабляющее общее. Очень классный эффект. И вот у меня родители тоже пьют магний. Я сама говорю, дочке тоже пей. Миша отказался, говорит, такой вонючий не буду. Так, йод. Заказала йод, и к йоду селен. Потому что йод сам по себе очень сложно усваивается организмом, а именно селен помогает легко ему усваиваться. Поэтому их лучше пить паре. А у кого проблемы, да, с щитовидкой или, да, гормональные вот эти вот сбои, то, ну, йода вообще в принципе нехватка колоссальная, да, это какая-то катастрофа, насколько его не хватает организму. Поэтому пить его просто отдельно нет смысла, я пью вместе с селеном. Так, и здесь еще у меня не все. Это детишкам. На майские праздники приедет брат с племяшками. Я им заказала. А где, кстати, их шарики? Наверное, они в другом заказе. Еще одна будет коробка. Я уже потом заказала. С шариками, с такими вкусненькими витаминными какао. И вот эта баночка какао. Ну, знаете, у меня какой личный интерес. Я хочу сама попробовать. Вот они приедут, мы откроем. Ну, тут порошочек, какао полезное для детей. То есть он с пребиотиками идет. Ну, конечно, тут так мелко, я так не увижу ничего. 1 чайную ложку с горкой залить, 200 миллилитров теплого молочка или горячего даже, и тщательно размешать. Пить 1-2 раза в день во время еды. Ну, то есть поели и пьем сразу какао. Слушайте, классные баночки такие красивые. Мне очень нравится, как детская серия упакована. Заказала еще гель для рук антибактериальный. Сейчас летом очень актуально будет этим пользоваться, потому что, сами понимаете, почему. Здесь под крышечкой фольга, значит, нужно открутить. Это чистка рук. Очень важно, микробов много. Мы уже знаем, что надо от них защищаться. Ну, а пахнет, кстати, вкусно.
Сейчас я капельку попробую. Ну, то есть гелеобразная форма. Удобно, что крышечка вот так вот откидывается. Выдавил немножко и закрыл. И что у нас тут получается? Ну, вот он легко прям испаряется. Почистили ручки, обезопасили. Если рядом нету возможности помыть с мылом, конечно, идеальный вариант — это руки мыть с мылом, но вот если в транспорте проехались или где-то гуляете, ну нету рядом раковины, то обязательно нужно почистить. Слушайте, такой зелененький аромат, типа алоэ, что ли, очень приятно пахнет, даже не ожидала, классный аромат. И та-дам, та-да-да-дам, одна последняя коробочка, и это аромат. И здесь магия чисел 1, 6 и 9. У меня уже есть аромат номер 6. Здесь у нас будет премиальный номер 1. Это денежные, да, ароматы. Как денежные? Для притяжения успеха, богатства, для развития лидерства. То есть эти ароматы, они дают море энергии. Идея. Я вот на шестерке просто уже проверила первый аромат, который я попробовала. Мне его, кстати, тоже в подарок присылали. Я заказала аромат номер 6. Он такой, мамочки, не с той стороны. Я просто его уже доставала. Аромат номер 6. Смотрите, как это упаковано. Вот так выезжает. И здесь домик. Он такой цитрусовый, с горчинкой. Нереально такой дерзкий аромат, очень энергичный. И знаете, когда у меня бывает такое состояние, вот как-то вот прям лечу поспать или нет идей, нет настроения, я просто один пшик делаю этого аромата, и он очень сильно влияет на мозг. То есть через дыхание у нас идет, включается, да, нервное окончание, начинает все это активизироваться, и я прям чувствую, как я выпрямляюсь, расправляются плечи, появляется энергия, куча идей, работоспособность, драйв. Ну не зря же у меня такие результаты в бизнесе, это все благодаря аромату номер 6. И теперь у меня будет аромат номер 1. Я его попробовала, но он, конечно, вообще другой. Мне кажется, он более нежный и женственный, если сравнивать его с ароматом номер 6. А что еще здорово, что эти ароматы 1, 6 и 9, их можно миксовать друг с другом, и будет получаться вообще третий уже аромат. И это линейка селективных ароматов. Они очень стойкие, и дизайн мне у них очень нравится. Да? Но тут прям даже такую коробочку выкинуть, рука не поднимается. У меня шестерка хранится. И они стойкие, вот эти ароматы. Они очень стойкие. Я, кстати, хочу его быстрее попробовать. Не могу сразу сказать, какая здесь гамма сочетаний. Да? Тут, конечно, я думаю, нету в описании. Надо на сайте будет посмотреть. Но он так дорого звучит. И сразу много-много-много нот. Я вот чувствую, что у меня аж, знаете, такой вот захватывает какой-то водоворот невероятных нот, которые прям хочется слушать, как-то их понять, потому что, ну, очень сложный аромат. То есть он не простой какой-то вкусненький, а он реально такой вот нереальный, реально нереальный. Вот, язык заплетается, поэтому теперь следующая моя цель — это аромат номер 9. Закажу его теперь только в мае себе на день рождения, сделаю такой подарок, чтобы у меня были три аромата именно вот из этой коллекции таких вот бизнесовых ароматов. Вот, ну что смогла, рассказала. Как видите, у меня заказ огромный, и все это в подарок, то, что особенно приятно. Все, что можно съесть и понюхать, я буду использовать для работы с командой, с людьми, которые приходят в гости, кто будет приходить в офис. Будем кушать, пробовать и вместе оздоравливаться. А здесь всей семьей будем пить полезные, нужные нам продукты. И в ближайшее время ждите выпусков с дегустацией коктейлей. Это, кстати, у меня уже не первый коктейль. Мы еще один заказали, но я его не показывала, кстати, тоже. Ну, покажем. Не успеваем все записывать, потому что много заказов, много продукции. Порой бывает, получу заказ, тут же его забирают клиенты, потому что очень людям понравилась продукция, быстро получают классные результаты. Ну что вам в завершении хочу пожелать?
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах. И если у вас еще нет дисконта, нету своей карты для того, чтобы получать кэшбэк от покупок, то прямо под этим видео есть ссылка, переходите по ней, заполняйте форму, и я с вами свяжусь и сразу скажу, с чего начинать, как что делать, добавлю в чаты, в обучение, если вам это интересно. Ну и познакомимся поближе. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.